работаем. Вам тренер баскетбольного клуба «Динамо» Дмитрий Журавлев, центровой Кирилл Фисенко. Кирилл, пожалуйста, первое впечатление после матча. Неприятное. Обидно, что проиграли. Была действительно хорошая, такая напряженная, по-игровому такая жесткая игра. Я не знаю, как это выглядело со стороны, но я получил, в принципе, искреннее удовольствие от сегодняшней игры, потому что я играл против довольно-таки серьезных игроков, с которыми, короче, я на будущее поставил себе отметку, что я им должен. Вот. Проиграли, обидно, что проиграли дома, обидно, что после проиграли. Я думаю, должны были быть сильнее, должны были где-то выжить из себя, но я уже не знаю, как обрадоваться, знаете, как, но сегодня они выиграли и, наверное, они хотели победить больше, чем. Вопросы? Спасибо. С праздником. Денис Павлович, пожалуйста. Ну, игра на самом деле была достойна лидеров чемпионата, напряженная физически, и до последних ничего не было решено. Вот. На мой взгляд, мы сделали большой очень провал в третьей четверти, где мы пропустили 12 очков от Трента и 27 в общем от команды. Это было очень много. Вот это был наш провал, который задал негативную линию в нашей игре. Да, ожидали мы, что наше нападение не будет таким быстрым. Вторая игра, через день, да, мы подустали, но на мой взгляд, даже можно было с нашим плохим нападением одержать победу, если бы мы придерживались всех наших заданий четко и планомерно и на протяжении всех 40 минут. Вопросы? Денис Павлович, ну, в предыдущих играх временами вообще блистал Исуп Санон, сегодня такого не произошло, и времени мало игрового получено. С чем это связано? Надо лучше спросить у него, почему он так решил играть отдельно от команды. Меня как тренер это не устраивает. Вот, он должен быть всегда с коллективом и делать то, что мы договорились сделать. Да, он может прекрасно помочь в нападении. У него есть кинжальные скоростные проходы, это мы все ценим, но игра состоит не только из этого, а есть куча элементов, которые нужно выполнять. Сегодня в этих элементах не очень хорошо. Спасибо.